Триумф в Саратовской области. Конный клуб из Ишеевки занял третье командное место на чемпионате и первенстве Приволжского федерального округа по конкуру. Сегодня спортсмены готовятся к новым соревнованиям. Подробнее в следующем материале. Параллельные брусья, стенка и еще с десяток разных препятствий. Все барьеры, даже на тренировке, воспитанники детской конной школы пытаются пройти чисто и быстро. Нога! Вот, согласен, копыл. Вот так хорошо, молодец. Ежедневные тренировки не прекращаются даже после чемпионата и первенства ПФО по конкуру в Саратовской области. На нем спортивные пары из разных регионов нашей страны преодолевали до 11 барьеров и высотой до метра. София Максимова со своим напарником Рифом смогла взять 4 призовых места. Я приехала с 3 третьими местами и 1 вторым местом. Далось мне это нелегко, нужно было очень сильно стараться. По итогам командного первенства Ульяновская детская конная школа заняла почетное 3-е место. Впереди новые препятствия. Следующее соревнование через неделю у нас будет в КСК «Ундере». Там будет проходить региональные соревнования этап «Максима Стейблс». Мы хотели бы отобраться на соревнования, которые будут проходить осенью в Москве. Юные спортсмены и их четвероногие партнеры уже побывали и в Нижегородской области на одном из кубков «Максима Парк» по выездке и конкуру. В копилке вновь 4 призовых места и новые цели. Елена Тимонина, Марина Тимофеева и Юрий Давыдов. Вести Ульяновск из Ульяновского района.